В Кыргызстане достаточно проблем, которые необходимо решить, поэтому не стоит тратить время впустую и в очередной раз менять Конституцию. Об этом заявил лидер фракции Бирбол Алтынбек Сулайманов на пленарном заседании парламента. Я против внесения изменений в основной закон. Почему? С тех пор, как мы приобрели независимость, наша Конституция менялась 9 раз. И любые изменения Конституции в итоге всегда преследовали только одну цель – усиление рычагов власти. В итоге это привело страну к двум революциям. В 2010 году народ проголосовал за парламентскую форму правления. Нужно уважать волеизъявление народа. Основной закон, если и должен меняться, то только для улучшения жизни населения. Я хотел бы сказать тем, кто предлагает снова поменять Конституцию, чтобы перестали попусту будоражить народ. У нас и без этого полно проблем, которые надо решить. Не нужно растрачивать время впустую, пытаясь изменить основной закон. Ну а депутат Тазабек Икрамов попросил ускорить рассмотрение предложения о строительстве фармацевтического завода по производству гемодиализных препаратов. По его словам, в стране остро стоит проблема – недостаточно услуг по гемодиализу. В адрес депутатов поступает очень много обращений. Нехватка средств, дороговизна препаратов. Эти проблемы не решаются. Почему в таких условиях мы не берем помощь инвесторов, которые хотят помочь? В течение месяца рассматривается предложение о строительстве фармзавода по производству гемодиализных препаратов. Инвесторы готовы работать на основе государственно-частного партнерства. Им только нужно выделить участок. Когда вопрос стоит остро, строительство завода облегчило ситуацию. Просьба донести информацию до премьер-министра и решить вопрос. Депутат также предложил создать государственную комиссию по проверке объектов, построенных с 2015 года, для выявления некачественно построенных объектов. Тем временем другой депутат Марлен Маматалиев попросил заключить договор с Россией, чтобы кыргызстанские футболисты могли играть в российских клубах, не меняя гражданства. По его словам, многие футболисты хотят поехать в другие страны, набраться опыта и вернуться обратно. Наши футболисты достигли хороших результатов, и я верю, что так и будет дальше. К сожалению, в России и в Казахстане есть лимиты на легионеров. Конечно, в таком случае они не возьмут кыргызстанцев, они возьмут игроков из других стран. Нашим футболистам поставили условия: выйди из гражданства Кыргызстана и приезжай играть. Такие условия противоречат нормам договора ЕС. В договоре говорится, что члены Союза обязаны обеспечивать равные условия для всех трудовых сил. Решением суда от 2018 года спортсмены не признаются легионерами. Беларусь этот вопрос хорошо освоила. Она заключила договор с Россией, чтобы их игроки могли играть в России без смены гражданства. Мы тоже должны составить подобный договор. Это поможет нашим футболистам, чтобы они в будущем могли играть за сборную Кыргызстана, чтобы они могли играть в российских клубах, не меняя гражданства. Так был поднят вопрос и подготовки всех соответствующих органов к весенне-полевым работам. Депутаты считают, что необходимо усилить работу дипмиссии Кыргызстана за рубежом по наращиванию сотрудничества в аграрной сфере, в частности, экспорту сельскохозяйственной продукции. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев, «Пирамида».